если зеркала в квартире добавляет 3-4 года, а не килограмма, выбросить к такой-то маме. 40 лет, не 40 дней. Ну-ка, девочки, бодрее, повернулись попами и вперед потопали. 40 лет, не 40 дней. Ну-ка, девочкам налей, веселей, красавицы, жизнь только начинается. Мандариновое настроение. О, у тебя с листиком? Да. Как прелесть. Ах, основная челюсть. Нет, так что покрутились. Так. Все, мы выйдем на Шарль-де-Голль и Туаль. Кстати, был кто-нибудь уже вот здесь, в конце? Там очень красиво. Тут везде красиво. А шо, они автоматически не открываются? Чу! Мои дорогие, группа Руины Ace of Base выходит на пляж Living in Happiness. Выходит к Мулен Руж. А где Мулен Руж? Вон там он, нет? Я не вижу. Мулен Руж. Тут или там? Ну где Мулен Руж? Я думала, сейчас выйду и раз у меня Мулен Руж под глазами. Это площадь Сталинград. Бульвар де Клиши. Проститутошная там. Секрекюр туда. Идемте сначала к Мулен Руж. Правильно, к проститутошной. Все-таки мы приехали. И где-то найдем бутылку шампанского. Только идемте по левой стороне. Да, вот там магазинчики есть, смотрите. Да. Может, там будет какой-нибудь прозектор. Ну что, дорогие, приглашаю вас в район творческой молодежи, проституток, шек-шопов, раскрепощенный, вальяжный, в какой-то степени декадансный, Монмартр. Хотим купить бутылку шампанского, никто не знает, где здесь маркеты есть. Ну что за безобразие? Ой, ну Мулен Руж отработан со всех сторон, пока дождались. Когда отъедут машины, микроавтобусы, чтобы сделать футочку на фоне, пришлось немножечко попотеть. Так, какое огромное количество светофоров. Секшоп Ладзива. А что, мы не пойдем в порношоп мерить анальные пробки? Здравствуйте, товарищи. Поперс продают. А можно разве? Я бы вот тоже бы глотнула бы этому мочному сучку. Вот прям глоточек. Давай, наливай. Все бы глотнули, да. Давай ты, я могу вымазать. Будешь потом красная. Прям зашел. Зашел, скажи, как да, все. Красный рот, красный сок, как все символично. По стендалю. Ой, только сейчас увидела. Значит так, объем 1,8, точнее диаметр 1,8, длина 9,23 рабочего. Ну, очень даже. Рай. Рассмотреть анальные пробки. Виктория, что вас заинтересовало? Или маска, на которой написано «Сука заснула». Что вас заинтересовало? The bitch is sleeping. Анальные пробочки? Ну, размеры как-то вот великоваты, конечно. Тут это для профессионалок. Различные изделия из кожи, плеточки, наручники. А вот, друзья мои, анальный мастурбатор. Сенсационный. Шо хотишь? Увеличительный для пениса. Графиня разошлась, танцы-танцы. Угу. Ну-ка. О, это форма для льда, наверное. Покажи. Ну, уже поварила. А, да. Силиконовая, запекать можно такие эти пасхи. Так, друзья мои, на бульваре Де Клиши, да, правильно? Это же бульвар Де Клиши. Нам уже пора это выбрать. Огромное количество секс-шопов, кафе, кинотеатров. Шо основная хочешь? Для... Хочется поесть. Да. Для удовлетворения всех своих... Желез. Да, желез. Желудочных. При виде члена. Работал желудочный сок. Да-да. И захотелось а вкусить это... сосисона. Вот он, друзья мои, Монмартр. Домики. Узкие улочки. Смотри, какой дом интересный. Старый. Вот дом вот. Ой, привет! Вончика. Ну только я могла найти коту. Боже, какой. И перешел мне дорогу. Смотрите, это знак, все будет хорошо. Центральная улица на Монмартре. Магазины, кафе. Людей так сразу много стало. Клубы, бары, рестораны. А нам еще выше, на Сакрикюр. По-моему, выше, да? Еще один прыжок. И мы у цели. Они смотрят недвижимость. Мой бежит. Да-да-да. Мы здесь.
Хорошо, бежит. Я дождалась тебя в слезах, теперь показываю, что в трусах. Хорошо, это все к тому же. Все к той же песне. Челюсти и все на свете. Да, 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 да. Молодая была не молодая. Я вчера разменяла четвертый десяток. Что же вы меня так сразу окунули в жестокую реальность, а? Ну где эта церковь? Господи, сколько еще идти можно? Последний дюйм, незримая граница. Последний дюйм, печаль мою развей. Последний дюйм, и все вот-вот случится. Последний дюйм, стану я взрослей. Так, все, поздравляйте меня с днем рождения. Спасибо. Художники прямо здесь дорисовывают картины, портреты. Все очень-очень арт. Такой вот андрейский спуск, только французским оттенком. Устала, я посижу. Сил нет никаких. Все село. Я пошла в танец, смотри. Открываем? Нельзя. Ну что, мои дорогие, я неугомонная Мана. Говорю вам до свидания. Увидимся обязательно на моем канале. Путешествуйте. Удовольствием. Любите жизнь, тогда возможно... Она полюбит вас. Хочется уже выехать. Много заработал или нет? Давайте. Ну вот интересно, люди ж лобы кидают или нет? Знаешь, каждое утро пел бы мне Друзья, у меня это какой-то просто Вавилон. Людей тьма. Все фоткаются. Боже, лестница забита. Не, ну как-то удовольствия мало. Ой, легкие гристы, как интересно. Мне нужно свой блог переименовать на... Сейчас, секунду. На Алкатур. Ой, как неожиданно приятно. Ну что, мои дорогие, я неугомонная Мэнру, говорю вам до свидания. Еще раз, по-моему, я с вами уже прощалась. Наша команда руины Ace of Base выжила и продолжает прекрасно себе чухать. Нет, it's a beautiful life. О-о-о, it's a beautiful life. И Париж у наших ног. Да, и Париж у наших ног. Девочки, можно? В сторону куда-то. Вот ради этого стоило сюда пиздячить. Я хотела сказать это слово, но... Спасибо тебе, Париж. Вот спасибо за то, что ты есть такой уникальный. Девочки, куда с чемоданом? Bonjour. Mon ami. Je ne parle français très vite parce que je suis très fatiguée ce jour-là. Мама выебнулась. Вот так. Париж. Пять лет. Церковная приказская школа. 5 лет французского языка. Да? Преподаватель. Ты? Да. Ты что? В прошлой жизни. Это единственная фраза, которая позволила поступить и выйти с этого факультета. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Merci pour la musique, de participer à la musique. C'est grâce à vous que la musique continue au Sacré-Cœur le week-end. Go, go, go! And darling, Thank you.
у меня свой. Я сейчас свои поставлю. Идем.